Такие профилактические рейды показывают, что, к сожалению, многие компании-предприниматели игнорируют требования законодательства, что зачастую приводит к ДТП. Сотрудники дорожной полиции останавливали для проверки абсолютно все транспортные средства, попадающие под категорию грузовых. Без внимания не остались даже машины коммунальных служб. Серьезных нарушений ПДД в ходе рейда не выявлено. Протоколы в основном составляли за неисправности тахографа и внешних световых приборов, отсутствие брызговиков. Госавтоинспекторы также проверили путевую документацию и работы системы «Платон».